Сейчас любой источник все-таки вещает о страхе. Человек сейчас в данное время сильно подвержен большим страхам. И дело в том, что самая, как на мой взгляд, большая ошибка людей – это они борются со своим страхом. Я утверждаю, что если бороться со страхом, то обязательно проиграешь. Страх надо научиться контролировать. Это как раз то направление, которое в последнее время я и занимаюсь.